Сегодня в Саяногорске отметили день окончания Второй мировой войны. В память о солдатах прозвучали выстрелы у подножья обелиска Славы. Второго сентября капитулировал союзник фашистской Германии Япония. Для Саяногорска это особенная дата. Из соседних сел и деревень сотни людей сражались на восточных рубежах. Сегодня в живых осталось только 12. Глава города Леонид Быков поздравил ветеранов с днем окончания войны и вместе с горожанами отдал дань погибшим. В митинге также приняли участие юные кадеты. Начали стрелять вверх, все, командир кричит, прекрати стрельбу, прекрати. Ну, кто рады, тот обниматься, подпрыгивать там, обрадовались, конечно. Ну, конечно, надо, чтобы каждый знал историю свою. Даже, может, у кого-то дед на войне был, надо знать это все.